пресс-конференцию после матча «Строгино-Зенит». Главный тренер футбольного клуба «Строгино» Сергей Сгидулин, Сергей Рахатович. Какие первые мысли от прошедших 90 минут? Сложно комментировать такую игру. Ну, во-первых, наверное, команду, работу оценивают по конечному результату. Поэтому, если сегодня мы не смогли держать победу, значит, наша сегодняшняя работа, наверное, оценится неудовлетворительно. Несмотря на то, что вроде как мы, может, со стороны казаться имели преимущество, но, к сожалению, не смогли воплощить забитый мяч. И, наверное, проводя анализ, сегодня какой у нас тур, 7-й, по-моему? 8-й тур, 7-я игра, соответственно. Да. Мы в каждом матче не уходили без забитого мяча, сегодня этот мяч нам не удалось забить. Поэтому по всем показателям, наверное, одна из самых неудовлетворительных наших матчей. Самый неудовлетворительный матч, который мы сегодня провели. Поэтому еще раз повторюсь, тяжело комментировать такую игру. Хорошо, спасибо большое. До свидания. До свидания.